Минутой молчания почтили память погибших во время пожара в области Абэ члены Кабмина перед началом заседания правительства. Тушение огня сейчас продолжается в трех направлениях. Задействовали около 1800 пожарных, 345 единиц спецтехники, 15 вертолетов. Эвакуировали жителей сел Булак, Талица и Половинки. Сейчас они находятся в пунктах размещения в Семе и в селе Бородулиха. По словам акима региона Нурлана Уранхаева, сгорело 3 дома и 2 единицы техники. Отравившиеся угарным газом лесничие идут на поправку. Одного из них уже отпустили домой. Второй переведен в общую палату. Между тем, поиски тракториста Архипова продолжаются. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принять меры по оснащению нацпарков и лесных хозяйств страны системами раннего обнаружения и мониторинга пожаров, а также пересмотреть алгоритм реагирования госорганов на природные пожары.